Мур, привет, друг, это Зверько. 16 июня выйдут реворки нескольких персонажей, среди которых Ли Сун Син. И это не столько обзор всех изменений, сколько разбор с пристрастием его пассивки без отрыва от возможностей противников. Многие блогеры напрямую предлагают обузить ее, отталкиваясь от геймплея на тестовом, и максить урон без внимания к скорости атаки. А я придерживаюсь несколько другой точки зрения, что скорость атаки все-таки нужна. Итак, это будет разговорный такой обзор. Что делает новая пассивка? При смене оружия с меча на лук или наоборот, Ли заряжает свои следующие две базовые атаки. Они срабатывают как крит с вероятностью 100% и наносят больше урона. Первая на 100% и вторая на 70%, когда ульта вкачана на 3 уровня. Кроме урона, Ли получает на 1 секунду ускорение бега, и сами атаки проходят гораздо быстрее. Плюсом идет ускорение перезарядки первого навыка, что, на мой взгляд, очень важно, раз Ли максимально зависит от позиционки. В бою тебе придется все время сближаться или отпрыгивать от врага, отсчитав две атаки, чтобы использовать его потенциал на полную. Второй навык также приурочен к пассивке, он сразу дает 2 стака после применения, даже если ты используешь его в воздух. Без модификаторов перезарядка навыков такая. Первый 7 секунд, второй 11 секунд и ульта 60 секунд. Притом у этой ульты совсем уж маленький урон, и по ощущениям анимация снарядов стала медленнее. Противнику проще от нее увернуться, чем на основном сервере. Получается, не собирая героя в КД, не собирая его в скорость автоатаки, мы должны все время перемещаться то к противнику, то от него, имея для перемещения долгозаряжающийся корабль с оглушением и первый навык как скачок. Большинство метовых противников имеют козырь в рукаве, это оглушение, быстрое перемещение, либо отталкивание с достаточно быстрой перезарядкой. Вот в моем билде Ли сносит почти 2000 за крит от автоатаки. Может ли он пожертвовать что-то на защиту? Да, но спасет ли его это? Совсем не факт. Противник с мозгами, быстро привыкнув к стилю Ли, будет после первой же атаки или избегать конфликта, или сохранять удобную для него дистанцию. Для реализации пассивки у Ли нет контроля. Долгая перезарядка навыков, даже с учетом ускорения КД первого навыка, нет мгновенного массированного урона. По моему мнению, что ему может помочь без нарушения замысла разработчиков? Сокращение времени перезарядки примерно на треть. Однако я признаю, что не могу всецело оценить его, поскольку персонаж требует пинга для реализации и нормальных игроков, а не этих филиппинцев, что стоят в АФК каждый бой или идут прям втроем, вчетвером на боковую линию. Кроме того, мейнеры Ли Сун Сина, скорее всего, внесут свою лепту на основном сервере. Пусть на данный момент он несколько месяцев считается самым редким выбираемым героем. Это был экспериментальный выпуск мысли вслух, так сказать. Напиши в комментариях, что ты думаешь про изменения Ли Сун Сина, и я обязательно прочту. Подписывайся, и мы скоро увидимся, друг. Смерть, смерть,